Привет, ребята! Как и обещали, обзор на еще три IP-камеры от Xiaomi. Усаживайтесь поудобнее, вы на канале Rumi.com, и мы начинаем. На этот раз поговорим про камеры, которые умеют записывать видео с углом обзора в 360 градусов. Начнем с модели Xiaomi Mi J 360 Home камера. Футуристическая внешность умного гаджета напоминает эдакую куклу-неваляшку в ярко-белом одеянии. По бокам поворотной головы находятся уши камеры. Разъем microUSB, кнопка Reset и слот для microSD-карты находятся сзади внизу. На переднюю линзу объектива камеры нанесено специальное покрытие, обеспечивающее устойчивость к царапинам и перепадам температур, а также обладающее отличными антибликовыми свойствами. Камера обладает миниатюрными габаритами и эргономичным дизайном с поворотным механизмом камеры. На корпусе можно обнаружить кнопку инициализации вызова и светодиод, показывающий состояние камер. Запись видео ведется в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду, прямиком на карту microSD, емкостью до 32 ГБ. Объектив камеры сверхширокоугольный, в кадр попадает довольно много пространства. В полной темноте камера видит с помощью инфракрасных светодиодов. Камера Smart Home 360 позволяет контролировать угол съемки с помощью приложения «Умный дом», благодаря бесконсольной конструкции. Это позволяет полностью осмотреть помещение, чтобы составить представление о происходящем. Благодаря продвинутой системе анализа изображения устройство определяет движение в кадре, отправляя уведомление на смартфон при его обнаружении. Корпус камеры имеет миниатюрные размеры, качественно собран инженерами компании и имеет прекрасную минималистичную форму. Наличие динамика и микрофона позволяет организовать с участием камеры двустороннюю аудиосвязь и одностороннюю видеосвязь. Микрофон выполняет и другие функции, к примеру, с его помощью камера умеет реагировать на голосовые команды. У нее даже можно спросить о погоде или узнать последние новости. Вот только для этого придется выучить китайский. Других языков камера, увы, не понимает. Идем дальше. Huawei Xiaofang Smart IP Camera Dual Lens Version. Давайте договоримся, что я в первый и в последний раз произношу это название. Ее особенность в использовании двух широкоугольных объективов спина к спине, дающих полный обзор 360 градусов во всех направлениях трехмерного пространства, включая вертикальные и горизонтальные перпендикуляры, практически полное покрытие помещения без слепых зон. Передняя и задняя поверхность камеры выполнены из матового пластика, боковые грани и верхняя глянцевые. Камера двуглавая, один объектив смотрит вперед, другой назад. Спереди помимо объектива есть датчик освещения и отверстие микрофона. Сзади решетка динамика, гнездо питания microUSB и небольшой индикатор состояния. Вид снизу. Тут есть кнопка сброса настроек, стандартная резьба для крепления на штатив или подвес, гнездо карты памяти microSD и резиновые ножки. Камера дополнена гироскопом для контроля линии горизонта при съемке. Также конструкция предусмотрена наличие микрофона и динамик для двусторонней связи, а значит камеру можно использовать для видеоконференции. Ну и в-третьих, гаджет оснащен инфракрасными сенсорами для съемки в ночное время с качественным обзором в радиусе до 5 метров. Но главное преимущество камеры – это умение обнаруживать движение в помещении, что позволяет использовать ее в качестве компонента домашней системы охраны. Как только гаджет фиксирует движение, автоматически запускается запись Full HD ролика продолжительностью 10 секунд и отсылается уведомление на смартфон владельца. Отснятый ролик автоматически загружается на облачный сервис Mi Cloud и дополнительно сохраняется на microSD карте. Ну и напоследок, Xiaomi 1080p Smart IP камера. На первый взгляд дизайн камеры проще некуда. Обычный белый кирпичик с глазком посередине. Габариты устройства далеко не самые маленькие. Общая высота с поворотной подставкой 13 см. На обратной стороне расположились два разъема USB. Один обычный для подключения флешки и записи данных, а второй microUSB для питания камеры. Также на задней стенке решетка вентиляции и громкоговорителя. Снизу слот microSD, кнопка сброса и подключение к Mi Home. Основание имеет прорезиненную основу с возможностью крепления к штативу. Камера может похвастаться записью видео в Full HD разрешении 15 кадров в секунду. Угол обзора у камеры 120 градусов. Но основная фишка этой камеры заключается в том, что она может вращаться на 360 градусов вокруг своей оси и поднимать или отпускать глаз объектива на 95 градусов. И да, ребята, хочу напомнить, что сопряжение камеры со смартфоном и управление ее параметрами осуществляется через приложение Mi Home. Разобраться в нем не составит труда даже людям, далеким от близкого общения с техникой. Ну а тем, кто собственноручно создает экосистему умного дома, фирменное приложение и подавно покажется простым и интуитивно понятным.
И еще, чтобы не пропустить новые видео на канале, сразу же подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Ну и, конечно же, поставьте лайк этому ролику, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу IP-камер, и запомните, что приобрести эти камеры и многие другие гаджеты Xiaomi вы можете в нашем интернет-магазине Rumi.com. Все ссылки в описании. А на этом все, я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!